Фух. Так, ну что, друзья, всем привет, и это финал. Eternity Tournament. Играют такие команды, как Easy Gaju Gaming против Сунерги. Итак, мистер Рома 7 на Хладисе. Макс 98 Рус на Лисе. Лис. Ну ладно, на Лисе. И Ромчик 17.05 на Карликю. Свидиш Викинг Хиру на Ануире, Масон на Скейле и в целом на Ари Кретчет. Я, конечно, все понимаю. Ладно, посмотрим. Так, ну что, тут же гардеробочки небольшие. Ничего тут интересного не будет. Ну, Лис. Может, я не шарю в трёшки, конечно, но... Ладно, им виднее. Так, Карли Кью, её вдвоём жмут. Ромчик, бедняга. Так, Хладис идёт на помощь. Мансы, братан, там крипы умирают, отгоняют, лед, опять несинхронные действия какие-то, два льда, очень странные телодвижения, так, отхиливается Фрозль, пошел дамаг по Арии, Ария отхиливается, ее стягивают и блинкаут. Очень все криво было заюзано. Сразу видно даймонды, да, у нас в бронзе-то такого не бывает. Типичные даймонды в трёшке. Так. Ария раздамаживает Фроста. Ария уже получила второй. Карли идёт её напрягать. Ну и стилит экспу Фроста. А Фрост всё ещё первый. О, ещё крипа забирает. Ну, камон. Ой, как все мне не нравится тут. Второй лапы наконец Фрозли. Так, сейчас Скейл пришел стиль. Второго левела зато Карли, первый левел Скейл. Голдфур фармит. Гарпия также фармит. Кстати, Голдфур четвертый, Гарпия третья. Мы звук забыли, ребят. А насчет контрит я бы не сказал, что прям контрит, но, конечно, мне, ой-ой, как неприятно, Ария всаживает скилл от First Blood. Так, ну, что-то мне вообще не нравится начало. Посмотрим, как подключится Лиц к этой игре. По крипам. 8 крипов у Фроста, 12 у Арии. Ой, больно ей досталось. Заберет? Ой, скилл забирает Карли, дерется Фрост и Ария. Так, и крит! Тычка! Нет. Не достает, и забрали... Карли, все очень плохо, 1300 голды перефарм. Ой, блинкается гарпа, ловит скилл, дает лазер. Это... Ой, хорошо отблинковывается, убегает Карли, даже стягивает. Ну, не туда, где стяжка? Стяжка в КД, что ли? А, конечно, в КД, когда так нужна. Ой, как все плохо. Посмотрим, как драки будут с Лисом, когда он получит там шестой и с пассивкой будет. Пассивка Лис, конечно, очень сильная. Okay.
Так, 17 на 13 крипов. Очень плохо все у Фрозеля. Скилл. Так, и выход Лисы. Так, это должна быть драка. Ну, блин, третий левел, ребята. Четвертый только апает Фроз. Шестой Лис спалился уже. Ну и ничего не сделаешь, что тут очень плохая вылазка. Так. Лазер в Лиса, Карли, ну, та самая стяжка в лазер. Люди в Даймонде знают, как скиллы работают, или им подсказать? Так, Лис байтит, шестой левел, получает дамаг, стягивают Арию и дает лёд. Лис, пошел на хил, хорошо, минус Ария, быстро, дальше. Хорошо пробивается. Ой, плохой блинк от Лиса. Ну куда ж ты лезешь? Ладно, продолжим. Так, все, в щит заходит Карли, не умирает она. Фрост отходит. Пушит крипов. 21 на 15 у мидеров. Лис немножко впереди. Так, Ария. Цепляет Ромчика на боте, и это минус Ромчик. Шестой левел лапает Ария, Фрозель четвертый. Ну, 2000 перевеса. Ну и что, вот он сейчас просто отгребет от нее, да? Так, Ария, рассказ, пол хп Фрозель и... Отхиливается Карли. Браво. Просто браво. Если бы он сейчас попал стяжкой, Ари бы, скорее всего, тратила блинк сразу же. И возможно было ее спануть. И либо она наверх уходила, либо блинковалась сюда. Но, скорее всего, может быть, наверх даже. И был бы шанс спануть. Но нет, зачем? Мы не будем попадать стяжкой. Окей. Уже очень много ошибочных микромоментов, начиная со старта игры, что одной и второй, конечно, команды, но у наших это, конечно, вообще тотальный провал, если вот разбирать матч, если бы это вообще был, если бы Хоук был бы серьезной игрой. Это, конечно, бы все в рапортик бы записывалось. Так, выходит Лис. Ну, скилл он сейчас отпрыгнет, и здорово. Просто никакой инициации. Тут единственная инициация — это стяжка Карли, которые не попадают. Тут нет инициации. Тут инициация скилл, тут инициация гарпа, тут инициация даже через Арию. Три инициации. Тут вообще ничего. Тут вообще, да, они могут драться, если на них... И то, если на них нападут, их сотрут, наверное. Там, типа, за хил Лиса, да. Но инициации никакой. Вот там спануть Арию просто не получается. Ну и как? Не знаю, терпеть, уходить в лейт. Там мы сильнее с хилом и диадемами. Ну, давай терпеть. Ну, не знаю, это будет долго. Если они... затерпят, то возможно тут что-то сделать. Но если Синерджи не... Ну, они не дауны как бы далеко. Они должны понимать, что они должны достаточно быстро заканчивать. Потому что там, если уже далеко в лейт зайдет, конечно, Лис, скорее всего, отхиляет. Там скейл уже не такой полезный становится. Скейл силен на early mid-game. Потом он нормальный, конечно, но уже не так. И Фрост там разваливать начинает, и Лис со своей пассивкой. Вот дается лед, Лис. Очень поздно дается первый от Карли, это минус скейл. Ну вот так хотя бы, да, неплохо. Ну и дракона можно забрать пока. Скейла нет, вот хоть какой-то бустик. В такой ситуации, не знаю, скейл может быть... Да не, он бы, наверное, не успел, да, выкупиться и сразу бежать.
А может быть, и успел. Я бы выкупался и бежал, наверное, потому что это стопроцентный дракон, и если они вот вдвоем идут, и он сейчас вот... Ну, давайте уж драться. Гарпа влетает, Лис отхиливает, хорошо. Изи Гейминг забирает, на развороте, деремся. Куда ты уходишь? У нас... А, Лис без маны. Ну, надо было уж. Все, отход там, скилл, надо отходить. Можно было попробовать. Херачится, но Лис без маны. Немножко хоть пассивки на стак, она сейчас скилл ставит ульту и впрыгивает. Нет, он дает лазер. У него есть ульта? А, у него нет ульты. Так, цепляет Карли. Ну, это минус Карли. Ну, пойдет. Но мне казалось, там можно было поточковаться. 2 в 3, дракон. Ну, ладно. Там по ситуации тяжело, конечно, так думать. Я бы кричал, что деремся. Давайте посмотрим по итемам. А, гарпа идет в дэмэдж. А, скилл пиндант, естественно. Ари уже с нефритом и пикой. А, смотрите, у нас Фрозель идет в деф. Немножко купил себе. Фокса уже с сайленсом. Так, Максим может. Он умеет кнопки нажимать, вырулит игру. Ромчик, конечно, подводит в этой игре. Подводит. Были очень плохие на старте. Лед очень плохой, нужные стяжки. Первый надо побыстрее кидать. Ну, так, вот сейчас хорошо цепляет. Это сейчас ульт был от Лисы? Или мне показалось? Нет, слава богу, не ульт. Это первый он кинул. Так, Ари дает рассказ в Лису. Лиса дает ульт Фроста. Отхиливается, дерется. Очень плохая драка. И пошел за хил. Давай, Максимка, живи. Хэштег живи, Макс. Так, минус Ари. Хорошо, Лис живет. Настака на пассивка. Спасать этого дьявола. Молодец, Максим, как он все расконтролил. Так. И умрет. Пожалуйста, хорошо. Размекрил. Вот это размекрил, пацан. Вот это молодец. Красавчик. Размекрил. Молодец. Только надо было ульт давать Варию. Сразу. Вот он увидел, она в него проказ дала. Надо было Варию. Но он не растерялся, дал хотя бы во Фрозеле. Ему хоть пассивочку настакал. Не худший вариант, но тоже неплохо сделал. Не среагировал сразу, не дал. И первый, почему ты повесил первый не на себя? Надо на себя вешать, Максим. Ладно, проехали. Неплохо, файт выигран. Тебя фризит игра. Не свести, все нормально. Я вот стрим смотрю, сам все. Отлично. Не доставал ультой. Ну, Ари, по-моему, никуда особо не отбегал, чтобы он побежал к ней. Ну, возможно, не доставал. Но если не доставал, то все хорошо сделал. Так что этот момент... Мне показалось, что, возможно, доставал. Если не доставал, то отлично все сделал. Я, как бы, по ситуации говорю. Первый, чтобы застанить, когда в лед будет. Ну, первый он дал в Карли. Ребята... Фризит, и нет, у тебя фризит, парень. Я смотрю стримы, все нормально. Если у одного человека все нормально, значит у всех нормально. Все, не отвлекайте меня, я все вижу, все хорошо. Так, забирают бига. Так, отлично, минус биг, 11 левел, Максим. Супер, давайте посмотрим. Так, в загробку все уходит, значит, да? Угу. Почему без сапог? Вот сапог очень нужен, вот, ребят. Здесь гарпа, скилл и ария. Мне кажется, сапог от стана очень тут нужен. Вот блин, вот на Карле. Почему никто не берется этот имбалансный сапог? Я хз, я, конечно, не шарь. Я всего лишь дольше всех играю в Хок. И, ну, вам виднее. Конечно, лучше обойти так, чем обойти так. Две тычки получить. Оставить своего галтфура одного. Ребят, все в порядке. Сколько, вот посмотрите, сколько... микроошибок. Это просто жуть. Вот на этих микроошибках и вот была бы эта дисциплина киберспортивная, вот эти микроошибки, они все должны искореняться. Ну, типа, прошел так, да, вот, типа, вот так, а не вот так. Так тычку не получил, так получил две от башни. Ну, это же вообще детский сад. Так.
Давай еще разок пройдем, так как ты шел. И что, что? Выдохли. Выдохли. Продолжили. Далее. Фрозен у меня загробку и нефрит. Ария у нас загробка и нефрит и пик. Ария, конечно, перефармливает немножко. Так, лист 12 левел. Так. Продолжаем нашу эпопею. Изи Гейминг отстает на, ну, немного там. 2000. Так, Карли цепляет. Опять плохая стяжка. Да, культует. Первый. Фокса не лучшая цель. Опять 2 на 3. Плохая инициация. Так, все в лис. Лис, давай, результовывается в гарпу. Отлично, хорошая стяжка, наконец-то. Так, продолжаем. Фокус Арию. Так, так, так. Бежать, бежать, бежать. Тычка. Пендант ей дали. Лис, Максим, давай, разжигурдовочка. Еще тычечку. Цепляет скилла. И ты... О, вижен. А, хорошо, вижен был. Молодцы. Опять плохая стяжка, надо к себе стягивать. Но опять он стянул от себя. Плохо, надо к себе. Не по даймондовски это. Так, ну сейчас уже лучше. Получше. Давайте посмотрим, что там лед. Лед скоро откулдаунится. Тут блин, не молишь. Очень мало цеплялок. Прям вся надежда, что Данилов цепляет, но он немножко подводит. Ох, 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 ох. Так, опять заход под вышку. Ой, чуть-чуть промахивается ультом. Хорошо, вот сейчас неплохо стянул. Так, Ария, и это должен быть минус Ария. Ария успевает дать ульт в лис, лису пофиг. Молодцы. Сейчас все хорошо. Ультом даже хорошо стрельнул. Да, откатился, не попал, но это была неплохая ульта. Итак, счет 6-6 и по деньгам почти выровнялись. Ну, мало-мало экспулечки у Карли. Чекают бига, вард стоит. По дракону пока неизвестно. Так. Идут чекать гарпи, но она уйдет. Жалко. Чуть-чуть с таймингом, вот буквально полторы секунды. Видно. Появился дракон. И синерджи уже готовы его забирать. А что, у Изи Гейминга нет инфы по дракону? Так, и тут может начаться заруба. Так, Фрозен подходит. Заходит Карли. Ой, попадает ультой. Стяжка двоих. Первый. Хорошо, забирают дракона. Драка. Скилл зафокусить.
Продолжать. Минус, отлично, крит выпадает, Карли продолжает бежать. Ну, тут вряд ли догонит, да? На макс рейндж? Нет, уже не достанем, да? Ну, нет. Отлично. Минус дракон. Так, крылья появляются у Фроста, и это хилл-щит. Отлично. Защищенный Фрозель, дэмэджа немного, но он жирный. Под лисом это очень сложно убить. Максиму бы маночки бы. Так, скоро откатится блинк, вообще бы по КД блинка драться, конечно, он тоже нужен очень. Заходит. О-о-о-о! Вот это молодец! И не дать, уйди, не дать, есть возможность не дать, Сайленс кидает, отлично! И... Ух, очень красивый, Сайленс навесили, и ультом попал, молодцы, но... Ульту тратит гарпа, и чё, побегу? Так, Карли видит Скейла. Команда Гарпе без ульты, можно драться, спокойно драться. Карли впитывает. Отлично, Ари дает свой первый. Гарпе без ульты, идем. Так, Макс прокастовался, Макс без маны, захилил. Сейчас минус дэмэдж. Сколько кулдаун ульти у Гарпи? Блин, скоро откатится. Скоро откатится, а мы без... Ой, не только не бить. Мы без маны на лисе. Как вы драться собрались тут? Так, пошел щит. Ария вкастовывает. В Карли хороший ульт по двоим. Карли. Стяжка. И пошел дамаг. Фрост наяривает. Гарпи отблинковывает. За ним Фрозель. Минус Гарпи. Отлично. Продолжаем. Скилл ставит ульту. Подкидывает троих. Ноль дэмэджа. Продолжаем. Так. Есть смысл? Бига забираем? Пока нет. Ну не беги за ним, бига можно забрать. Бига, не беги, все. Отлично. Минус второй биг. Есть контакт. Так, наконец-то у Макса появился сапог нужный. Почему Фрозель без сапога? Он же супер нужный. Ладно. Я хз, МС для керри, это супер важно. Почему не берут сапог? Это, ну, типа, супер непонятно. Дэмэдж, но сапог, это, блин, сапог. Идите нахер. Так, решает пушить из гейминг. Погнали. Так, Карли, одна. Встречает. Ну, к чему это? К чему? Команды нет рядом даже. Так, Ария дает первый. Хорошо. Не надо вот эта инициация, как команды даже рядом нет. Так, сейчас чуть-чуть башню потыкаем. Хорошо, тычка. Минус ульта, скилл, стяжка, опять скилл. Не надо скилл стягивать. Ария разультовывается, лис захиливает 440. Пиндан зашел, пошел дэмэдж. Опять минус ульта, плохая стяжка. Прыгает скилл, это минус вышка. Хорошо, отойти. Ой, еще на развороте пытается напихать. Так, немного маны у лиса. Так, решает вторую вышку. Гарпа, по-моему, без ульты. Да, отлично, еще по половине КД. Так. Пошел за хил. Скилл не дамажит почти. Лазером идут крипы. Так, гарпа без ульты. Ну и решают отойти. Ну, совершенно не надо было тратить ульту. Ничего страшного, минута откатит. Пожалуйста, купи сапог, момж. А, это Мроман. Пожалуйста. Он покупает лук, он не покупает сапог. Ладно. Ладно, сейчас сапог уже не так нужен. Когда пушишь, это уже совсем другой тип игры. Сапог был нужен раньше. Ой, лис уже с шлемом. Так что его тоже сложно зафокусить. Карли с Валькирией. Ой, как все неплохо-то. Ну, должны выигрывать эту игру. Вытащили, молодцы. Очень много ошибок, конечно, но...
Но они смогли. Так. Карли идет вытанковывать. Дает все Варю. Хороший демедж пошел. Идет за хил. Отлично. Попадает ультимейтом и минус Ария. Супер. Байбек. Сразу байбек. Дает. Скейл. Опять тратит ультимейт. В никуда. Влетает. Опять стяжка в лазер. Стяжка не срабатывает. Идет дома по вышке через 40. Минус вышка. Пошла драка, дают пиндат во фроста, фрост раскастовывается в гарпию, минус гарпия, продолжается драка. И, дамаг по Ари, ульта есть? Нет, ульты нету, минус скейл, отлично, даблкил от фрозеля. И это минус гарпия. Пока нет, очень долго сосет, вот он сапог, падла, купи сапог. Так, без маны, и тут, возможно, продадут, либо обоих продадут, либо кто-то уйдет, так. Нет, ну, Лис не уходит, и Карли тоже не уходит. Нет, я не буду брать сапог, зачем там гарпи, пусть меня сосут 10 секунд, нет. Пожалуйста, вам пример. Сколько ты с луком надамажил в первом гарпи? Наверное, ноль. Так, продолжим. Так, по деньгам. Ну, уже перевес в пользу Изи Гейминга. 3000. Так, хороший закуп у Фрозеля. Ой, купил сапог. Убили от первого. Сапог? Сапог. Кайф. Продолжим. Так, фух. Ну все, это байбеки были. Ничего страшного. Фиданули. Надо было спокойно отойти. Нельзя драться без маны Лиса. Хороший файт провел. Ману потратил, отошел. Долго не тусоваться. Сейчас сапог на фросте есть, его сосать будут не так. Так что все в порядке. Так. Ну вместе собраться, давайте соберемся. Карли подождем, не будем особо наглеть. И пойдем закончим эту игру. Ребятки. Их там трое, я напомню. Угу. Не надо тут стоять, можно тут стоять. Там безопаснее. Вообще пофигу. Что их могут вот тут ждать, да? Вообще по барабану. С башни. Ну подожди ты, Карли, ну подожди, куда ты идешь? Ладно, выхилил Лис, пошла драка, минус гарпия. Так, Арию цепляют. Ой, хорошая стяжка. Будет дамаг Варий. Крит. Отлично, минус Ари. Все, скорее всего, ГГ. Вот сейчас был типичный пример, когда два парня зачем-то просто идут втроих. Вот сейчас бы забрали Фроста и здрасте, опять ждем 10 лет. Минус. Фух. Очень плохое исполнение, но молодцы. Так, ну что, у нас 3-1 в пользу Изи Гейминга. И что, я понимаю, это... Все, победа? Изи Гейминг побеждает Синерджи 3-1, да? Или я же не ошибаюсь?